его болезнь и кончина. Затем Аллах Всевышний дал своему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, сделать выбор. Либо этот мир, либо же встреча с Аллахом и рай. Он выбрал встречу с Аллахом и рай. После этого он сильно заболел и попросил своих жен, чтобы они разрешили ему во время болезни оставаться в доме Айши. И они разрешили. Когда же он не был в состоянии совершать молитву в мечети, он велел Абу-Бакру руководить коллективной молитвой указывая этим на то, что он больше других заслуживает стать халифом после него. В понедельник, 12 числа, месяц Раби Аль-Аваль, 11 года хиджры, когда верующие совершали утреннюю молитву в мечети, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, неожиданно поднял занавеску комнаты Айши и стал смотреть на молящихся, а потом он улыбнулся. Затем он сделал им знак, означавший, что они должны продолжить молитву, и опустил занавеску. И утром, когда солнце поднялось уже высоко, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, умер. Смерть пророка, саллаллаху алейхи вассалям, стала самым большим горем, которое когда-либо случалось с мусульманами. И они были чрезвычайно опечалены этим. Затем пророка, саллаллаху алейхи вассалям, омыли и обвернули в три белые одежды. Затем он был похоронен в том месте, где он скончался, в комнате матери верующих Аиши, ради Аллаху анха. Это было сделано в соответствии с установлением Аллаха, по которому его пророки должны хорониться там, где скончались, и просят у Аллаха для него благословения и мира люди и джины. Мы свидетельствуем, что он выполнил свой долг, проявил искреннее отношение к своей общине и усердствовал ради Аллаха наилучшим образом. Поэтому пусть Аллах воздаст ему лучшие награды за его общину, какую может получить какой-либо пророк. И вся хвала Аллаху, Господу миров.